Всем привет, ребят! Сегодня у нас седьмое? Да, вроде бы седьмое. Я только пришла из школы. Это просто рай, конечно. Вот. Было 6 уроков. Ну что, тварь, не кайфуй. Ай, как руку поцарапала. Больно. Вот, я пришла со школы. Сейчас сразу приберусь, чтобы потом время не занимать. И буду делать уроки, и все в этом. В этом прочем. Там еще камера со вчерашнего видоса. Вчерашнего видоса стоит. Ладно. Тут убираюсь. Я сегодня, кстати, в юбке пошла. Кстати, мне так удобно. Значит, я буду кушать такую вкуснятину. Мы вчера чуток лапши не доели, когда я кушала. И я ее взяла и с яичком вместе пожарила. Также буду пить чай, и всем приятного аппетита, ребят. Это, так скажем, мой полдник, потому что, видите время? В общем, вы, наверное, все поняли. Я села кушать, но буду пить не обычный чай, а с молочком. Я за сегодня среда, за 3 дня выдула вот эту бутылку Фанты. Для меня это рекорд, потому что все обычно я пью Фанту за 1 день, выпиваю и то бутылку на 2 литра. Вот, буду пить чай с молочком и кушать овсянку. Я, кстати, люблю такую, ну, полупустую. Ой, вообще рай. Ладно, буду кушать, ребят. Всем приятного аппетита. Это самое.